куча успеха на третье место выйдет в рывке. Вау! Серьезно, серьезно. Я думаю, вот первые попытки... чуть-чуть согнуты были. Ну, как чуть-чуть, на 15 килограммов. Но нужно поднимать на 1 килограмм больше. Да. Серьезно, серьезно. Ну, его, в принципе, тактика достаточно понятна будет. Он будет смотреть на попытки Ловчева и уже во втором подходе будет прибавлять 5 килограммов, сколько бы Ловчев не заявил. Ух, какой крепкий парень. Штанга на фоне очень маленькой выглядит. Да. На этот раз безошибочно. Да, все красиво. И вот, знаешь, такое приятное впечатление оставил Алаша Талахадзе. Предела-то мы точно сегодня не увидели. В чемпионате Европы. Ну и вполне логично, что это в самой последней весовой категории происходит. Но то, что это будет так легко, скажу я вам, не виделось мне. Европейцы, в том числе и наши ребята, так переместили немножко акцент сюда. Да. 207. Не стал он размениваться на какие-то там килограммы. Бехдада Салеми. Нет. Нет. Который до него был. Резазаде. Резазаде, да. Так, смотрим. Есть снова рекорд Европы. И как легко это было сделано. О, боже. Да. Куда это все? Они после рывка Талахадзе. Очень легко. Так кажется, что... Не такая уж и большая штанга на фоне Талахадзе, да? Да, ну. Хим Хьюстон. Берет 41 Талахадзе. Ну, в общем-то, после первого своего появления Талахадзе уже все сказал. Очень громкое заявление делает Лаша Талахадзе в преддверии Олимпийских игр. Имеет право, готов. A world record of 215 kilos. He did it with ease. 472, 258 world record attempt here. Oh, you are joking! Биона. Очень интересно будет посмотреть на первую попытку Лаша. Ух. Очень внушительно это все выглядит. Ух. Очень Иван, уверенно. Очень мы уверенно. С тобой перед началом трансляции обсуждали такую тактическую раскладку Талахадзе. От олимпийского чемпиона. Такой вес никогда не покорялся. Если 216 еще когда-то в старые времена поднимали, 217 никогда. За всю историю тяжелой атлетики официально на международных соревнованиях такого не было. Исторический момент. 217 рывок. Кто бы мог поверить? Знаете, это так быстро произошло, что мы даже не успели прочувствовать вот этой ответственности. На помосте Лаша Талахадзе. Как и планировал. Нет, на килограмм больше. 38.
Да, на грудь, конечно, фантастически. Фиксирует Лаша 245. На Олимпиаде в этом упражнении было 258. Чемпионат Европы. Собирает максимально возможный комплект золотых наград олимпийские чемпионы. Очень уверенно это делает. I've been told that he's watched the world records this week, but I don't. Unbelievable. And he's got another one left. Have you guys ever seen snatching like this? No. No, nobody in the world has. That just happened. Gentlemen, 220 kilo snatch. 220 kilos. I didn't think I'd see that. That's a mythical thing that we've talked about as kids to see. A 243. And if he makes this, the question will be, can anybody catch him? So that's a pretty definitive opener, and that sends a pretty loud signal. I'm not sure how you respond to that. I think maybe at this point you understand that it's a fight. A 470 kilo total. This is a moment where you're looking at. Of all of the great super heavyweights in time, this is a young lifter. Yeah. And he could be taking one. No, 477. Thank you, sorry, world record. And an all-time total record. And look at this lift. Look at the way he stands up with 257 kilos on his shoulders. For the 105 plus kilo A category. Just a few moments. And with that, we have concluded weightlifting at the 2017 IWF World Championships in epic historic.